Всем море приветов, дорогие друзья, гости канала. Я Нептун, и мы продолжаем проходить Feeling Adrift. Это проклятый, блин, госпиталь. Это вторая наша попытка пройти этот уровень. Я уже немножко здесь кое-что понял. Давайте я вам объясню, что нам надо делать. Во-первых, нам надо найти рентгеновский снимок. То есть мы бежим вот в ту комнату, на компьютер юзаем две монетки и узнаем, где есть этот снимок. Берем снимок, приносим обратно туда же и анализируем, где, в общем, какое-то лекарство. Запоминаем название и, в общем, используем на другом компьютере это название. А дальше я не знаю что, потому что дальше я не играл. Также фонарик. Вы заметили, что он у меня иногда пропадал? В общем, здесь можно его заряжать. Я вам об этом покажу. Оп. Оп-оп-оп, чирик. Чирик, это хорошо. Тихо-тихо-тихо. А! Нахер пошел! Все! Ха-ха, обломись, ублюдок. Так. Так, давайте поиск. Да, я согласен. Где? Ага, склад. Я знаю, где это дело. Но пока мы здесь, давайте что ли монетки поищем. А вдруг? Монетки вещь полезная. Так, ничего. Ничего, детка, так. Ай, ай, он здесь. Нет, он не здесь. Он где-то там. Но не здесь, определенно. Монетки нету, ладно. Топаем на склад. Он где-то там. А, комната мониторинга, допустим. Заходим сюда. Закрываем дверь. И вот. Устройство заряда фонарика. Раз, и все. И он почти зарядился. Все, забираем. Вот здесь можно заряжать фонарик. Это очень полезная вещь. А-а-а! Изыди нахер, стерва. Так, хорошо. Ничего нету. Так, твою мать. Ну хоть... О, хотя бы одну дали. А, вернись, вернись. Вот все. Так, склад. Вот он. Вот он. Наш родимый склад. Монетки здесь нету, да и не надо. Подожди, а где? Раньше она была вот здесь. В прошлой серии. А теперь где? Где снимок-то? Алло? Уруру. Снимок. Только не говорите, что он в одном из этих... А, вот он. Все, нашел. Так, теперь обратно. Ай! Блять, да вы чё нахер? Сдури ли, что ли? Сидеть, стерва. Тупая карга. Так, 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 так. Куда? Куда бежать? Блять. Ой. Так, ну здесь ничего, да? Просто стенка поломалась. Ну, бывает. Так, идем обратно и юзаем здесь снимок. Так. Теперь анализируем. Анализ, да? Да-да-да-да. Все нормально. Ну, да! Подождать? Дутель. Дутель. Запомнили? Дутель. У, твою мать! Давай, 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 топай! Топай, бро! Топай! Теперь нам надо на второй этаж. На втором этаже есть... Есть офис. А вот там есть компьютер, который анализирует это дерьмо. Во! Второй этаж. Так, ты где? Ты вот там, что ли, внутри? О, плохо так. Твою. А, лезет. Лезет упырь. А, лезет упырь. Лезет упырь. Упырь, за мной, да?
Или нет? Твою ж мать, а. Блядь, да вот только тебя здесь не хватало. Изыди нахер. Кыш, кыш, вот так. Все правильно. Так и надо играть. Давайте наверх. Опять же мы здесь. Заходим в офис. Так, и вот здесь где-то есть... Здорово, медведь. Твою мать, ты чё рычишь-то так? Э, бро, бурый. Бурый Михаил Потапыч. Будь поосторожнее. Все, закроем. Так, допустим. Искать препарат. Так, там был... Чё там, Дутель, да? Все. Угу. На складе. Значит, это дело на складе. Вот как это работает, поняли, да? То есть, сначала... О! То есть, мы сначала нашли снимок, потом его заюзали там за монетки. Твою... А! Нет времени думать. Я побежал. Да что опять? Опять ты? Пошла нахер. Так, где склад? Склад. Склад. Склад! Вот он. Хорошо. Где-то здесь должен быть этот препарат. Ну как я определю, какой именно препарат? Не ты? Твою мать, где? Ничто не работает. Да уж. Склад. Тоже мне. Ну, давайте поищем, что ли, не знаю, может в ящичках есть что-то. Оу! Пролетай мимо! Так, ничего. Да твою же налево. Ничего. А где? Все, у меня фонарик сдох. Придется на ощупь, наугад. Нажимать. Препарат. Ну, говорит он мне на складе. Но я ничего не могу взять. Почему-то. Дутель. Так. Ну, я предлагаю нам пойти... подзарядить фонарик. А! Я понял. Я понял, что все очень плохо. Так. Так, тихо. Он пролетел, да? Так, ты где, бро? Хорошо. Опа. Подзаряжайся. Давай, 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 давай. Давай, бро. На полную. А мы пока на балконе постоим, воздухом подышим, свежим. Здорово, гуманоиды! Привет! О! Там преступление! Посмотрите, там преступление происходит! А вот там девушку, сумочку, воруют. Преступники, надо здесь Бэтмена отправить. А вот там пожар. А вон там незаконный митинг. Непорядок. А... Фонарик, о, зарядился. Так, хорошо. Значит, тупаем обратно. На склад, да? Твою мать. Да что не так-то? Что я мог здесь пропустить? Ну, разве что ты? Да нет. Подожди. Что-то есть? Бутыльки какие-то. О! Да!
Я что-то взял. А теперь куда? Теперь за что? Бутылек у меня есть. Допустим. А что мне с ним делать? Блин, где управление, точнее, эти правила? Может, уже теперь можно на выход потопать? Ну-ка, давайте попробуем. Пойти на выход. Да? Или подожди, или в морг. Что-то там было про морг. Однажды. Так, хорошо. Никого. А, кот, точно. Так, все, уйди. А как я... Твою мать. Где он? Да где он летит-то? О, блин. Да ладно вам! Ёб твою налево! Я так старался. Так, друзья, давайте я прервусь ненадолго. Я поизучаю правила, опять же, заново, и мы продолжим. В общем, друзья, наш путь лежит... вот туда. В мужской туалет. В общем, я немножко понял, что здесь надо делать. В общем, мы все до этого делали правильно, но... Найденный препарат надо использовать на пациенте, чтобы взять у него код. Код мы... твою мать, код! Мы используем на... в морге, в общем, да? Мужской туалет. Где-то здесь должен быть, блин, препарат. Где? Где? Ну, разве что в полочках. Ну, ничего нету. Нету! Где еще может быть препарат? В туалете? Ну, это глупо. Мужской туалет, говорит. В компьютере было мужской туалет, но здесь нет ничего. Really? О, подожди. Да ладно. Да ладно. Вы видали, где это было? Это, блин, каким орлиным взором я должен обладать, чтобы, блин, найти это дерьмо. Ладно. Пока фонарик подзарядим. Дверь можно закрыть. Если что, заюзаем монетку. Я пока расскажу, что здесь надо делать. В общем, все, что мы сделали в начале этого видео, да? То есть, рентгеноснимок, лекарства и прочее дерьмо. Вот все это надо сделать, блин, три раза! Три раза! Вы поняли, да? Я повторяю, три раза. Но в этом есть и позитивный момент. То есть, в морге мы узнаем код, активируем. Активируем ячи... Воу! Так, вот сюда. Теперь нам надо выводить код. Лекарство вот сюда. По идее, да? И пароль. Пароль! 6, 4, 1. Ага. 16:41. 1641. Запомнили? Так, 16:41. Тихо, 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 тихо. Опа. 1641. Что, где открылось-то? Твою мать. Где? О! Ничего. Так, хорошо. А что я открыл? Я открыл какой-то...
Нет, это все очень здорово. Только почему здесь ничего нету? Мне обещали монеток. Очень много монеток. В этом морге. А по факту... По факту мне ни хера не дали. Да уж. Ну ладно. Я очень надеюсь, что я не тот ящик открыл. Что... На самом-то деле с монетами другой, другая ячейка. Но ничего. Нет. Нет, боже, нет. У меня только одна ячейка осталась. Тьфу ты, одна монетка. Значит, теперь мне надо опять делать все это дерьмо. Так, ладно. Так, ладно. Хорошо. Надо монетки найти. Да посрочнее. А! Нашел? Ну куда, твою мать? Да откуда ты взялся? И почему не было монеток? От дерьмо! Серьезно. Мне обещали монеты, а по факту ничего не дали. Хорошо, давайте еще туда силой монтажа вернемся, да? Ну блин! Опять ничего не дали. Ну, да, дали, конечно, одну монетку, одну несчастную. Я так понимаю, что это все. Приехали, да? Здорово, чувиха. Я... Твою мать, он сюда летит! Или нет? Или мне показалось? Так, давай. Блять, я боюсь каждого шороха. Да куда бежать так, блин, где фонарик? Ничего нету. Короче, я побежал. Вы меня извините, конечно, но я еще жить хочу. Так, где выход? Ага. Мне надо бы фонарик подзарядить немножечко. Так, хорошо. Живем потихоньку. Да, двери, блин, не балуйтесь. Опа, да твою мать. Так, тихо. Опа. Так, давайте поищем монетки. Монетки же, это хорошо. Монетки, это эпично. Ничего. О! Все, я здесь. Я в безопасности. Наверное. Да? Так, давай, заряжайся, Рещи. Рещи, бро, ага. Так, значит, у меня есть монетки. Надо активировать поиск. Тихо. Где? Где же? Ага. Женский туалет. Ну, блядь. Женский туалет. Это здесь. Это... Да вы чё? Из-за... Да! Так, тихо. Закрывай! Закрывай! Где-то здесь должен быть рентген. Но где? Темно и ничего не видно. Рили? Очень темно. И он сейчас сюда пробежит еще. Хотя нет, вроде пролетел, да? Твою мать. Где этот снимок? Жуткая темнота. И это...
Кто-то обгадил весь туалет. О, нашел! Нашел, детка, нашел! Нашел, давай, выпутывайся! Друзья, я вас поздравляю, но у меня сдох фонарик. Я ни хера не вижу. Подожди. Неужели? Твою мать. Неужели я нашел выход? Так, этот брутальный мудила до сих пор летает здесь. Второй снимок. Теперь анализируем. И еще... Да откуда ж ты взялся, блядь? Ну да, конечно, надо было там поставить монетку, чтобы запереть дверь на 20 секунд, да, и за это время проверить. Но, блин, монетки здесь настолько редкое удовольствие, это просто сокровище, чтобы ими вот так вот разбрасываться, знаете, направо и налево, запирая замки. Вот уж нет, вот уж убейте. Твою мать, это нереально. Но принцип непонятен. Ой, бляха-муха. Ну ладно. Второй рентген, да? Значит, сила монтажа до второго рентгена. Поехали. Так, второй снимок. Да. И пароль Гофен. Какой-то Гофен. А! Не рычь! Да вы чё там, сдурели, что ли? Так. Гофен, да? Гофен. Давайте, монетки вроде бы есть. Вот. Морг! Что, в морге? Препарат. Зашибись. Второй препарат в морге. Так, никого нет? Морг, он здесь. А-а-а! Нахер, 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 нахер! Так, он куда-то улетел. Но явно не за мной. Так, топаем в морг. Твою ж мать, а? Нет тебе? Твой... Какого хрена? Как же... Да блин! Не, ну серьезно, я так пыжился, так старался. И меня поймали, детка. Твою ж мать. Хорошо, еще разок. Так, друзья. Не знаю, сколько у меня ушло времени, но... Поверьте, очень много. Значит, два снимка я уже достал. Один препарат я заюзал. Второй препарат... Вот здесь... Я уже определил. Его месторасположение — это... Стоматолог. Мной так ненавистный стоматолог, дантист. Вот где-то там еще один препарат. Ну что ж, друзья, давайте что ли? Стоматолог. Как вы можете наблюдать, я уже все облутал. Это, кстати, хороший совет вам на будущее для прохождения этой игры. Я вам советую, во-первых, все двери запирать, а во-вторых, облутать все комнаты до того, как вы вообще начнете что-либо искать. То есть снимки, препараты и все такое прочее. Ребята, облутуйте все комнаты, все ящики, все полочки, все столики, все на свете. Соберите как можно больше монет. И вот уже потом можете смело, не отвлекаясь на лутование вещей, проходить игру. Ну да ладно. Так давайте соберемся. Блять. Твою мать. Он может заходить сюда. Он может открывать двери. Вот что плохо, поэтому каждый раз, когда он пролетает, я... Ай, напрягаюсь. Потому что я очень долго сюда добирался, не хочу потыхать. И мне бы найти препарат. Где он? Твою мать, где препарат? Это не то. Это все не то. Не то! Препарат!
Где ж ты, родимый, препаратик? Твою мать. Все, фонарик сдох. Это плохо. Это означает, что мне... надо топать и заряжать его. Подожди. О, вот он. Божечки. Еще, знаете, что я заметил, друзья? Что пока мы не заюзаем снимки, да, пока мы не ведем пароль в компе, то препараты здесь не появляются, да? То есть заранее их взять нельзя. Обязательно мы должны про... Да как? Как? Откуда ты взялся? Ты меня в коридоре поймал, а я был в этом... в комнате у стоматолога. Где, блядь, справедливость? Вы что, охренели, что ли? Ублюдки! Нет, вы видали эту наглость? Как? А, ну я понял, да, может быть такое, что это был баг, и он пролетал, допустим, в коридоре, и вот своей этой зоной опасности, зоной агро, нечаянно затронул область в комнате, где был я, около стенки. И получается, что я умер. Да вы ладно вам. Ой. Ну давайте еще разок. Ой, друзья, друзьяшки мои ненаглядные. Ой, мои бро. Вы не поверите, но я очень надеюсь, что для вас все пройдет очень быстро. То есть ролик полчасика и не больше. Потому что я здесь бегаю, вот не соврать, 3 часа. 3 часика я, блин, здесь потратил, убил, чтобы... дойти до этого места. Причем игру я еще не прошел. В общем, у меня там 3 плаката снизу уже как бы активированы. Последний плакат я активировал. Код Пидул, по-моему. Пидул, да? Вот. Но у меня не хватает монетки одной, чтобы активировать этот проклятый код. Вау! Иди нахер, ублюдочный медведь. То есть теперь мне надо монетку где-то найти. А-а-а! Божечки! Тихо, 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 тихо. А где можно... монетку надо быть? А-а-а! Иди нахер! А-а-а! Твою мать! Да что тебе надо? Топай отсюда, улетай! Ушлепок! Так, я знаю, что здесь на карте в одном месте монетка всегда есть. Это вот здесь. Да. А! Он позади меня! Он, блин, позади меня. Так, есть. Я урвал монетку. Пароль Пидул. Пидул. Вот так вот. Пидул, да? Давай. Давай, детка. Ну где же, где же? Главное, чтобы не морг и не... не столовая, потому что эти комнаты очень... неудобные. Во! Во! Да, детка! Склад — это очень удобная комната. Я объясню... почему? Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. В общем, я здесь очень долго играю. И я уже заучил... Тихо, тихо, тихо. А, он наверху, он наверху! Да ладно вам! Блять! Проклятый рандом! Охренеть! Вот, короче, эта стерва, вот, которая меня убила, она появляется рандомно, где-то в коридорах и бежит за мной. Иногда я попадаю вот в такие вот ловушки, то есть с одной стороны это стерва, а с другой этот мудила летающий. И в итоге мне некуда здесь спрятаться, и я подыхаю. Ёперный театр. Серьезно, друзья. 3 часа. Сколько мне еще здесь мучиться? А, боже. Та-дам. Так, все. Все, все. Комната мониторинга. Еще часик.
спустя моих мучений, я все же достиг этого момента. У меня 3 плаката, все как было до этого. 3 плаката, и это последний бутылек в комнате мониторинга. Осталось только самое малое. Туда, блин, попасть. А! О! Так, тихо. Пока все. А! Да как ты там оказался-то, ублюдок, а? Как? Они как будто издеваются, блять! Его не было нигде в коридорах, засел в комнате! И вышел именно тогда, когда я проходил мимо. Ну, совпадение, что ли? Не думаю. Фу. О, божечки. Фух, твою мать. Это было что-то. Опять. Часик спустя. Я снова здесь. Снова добрался до этого места. У меня 3 плаката, 3 этих снимка проклятых там снизу вставлены. Я знаю пароль. И мы будем искать последнюю чеплашку. Последнее лекарство. Пароль Гуфен. Так, давай. Комната мониторинга. Yeah! Это безопасная комната. В общем, друзья, в чем фишка здесь? Я методом проб и ошибок очень много чего узнал. Во-первых, некоторые комнаты здесь, ну, как сказать, безопасные. То есть он не может пройти через запертую дверь. Вот комната мониторинга как раз таки из безопасных комнат. Но мне надо для начала туда хотя бы вообще попасть. Еще у меня монетка одна есть. На всякий случай. А вдруг? О, вон летает! Да, еще немножко понизил качество графики, чтобы тени убрать. Да какого хрена? Ты что меня так пугаешь? Ублюдок. Так, где он? Опять, наверное, в комнате, вот в той, где он меня захавал однажды. Тихо. Тихо, бро. Надеюсь, ты не здесь. Так. Тихо, 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 все, я здесь, я здесь, я здесь, я здесь, я здесь. Так, подзарядим фонарик немножечко и... О, вот она. Да, детка, это последняя склянка. Теперь забираем фонарик и надо еще как-то эту скляночку туда запихнуть, в тот аппарат, чтобы узнать пароль. А потом еще надо как-то пароль ввести. О боже. И потом я не знаю, что делать. Не, серьезно, а куда потом топать? Единственное, что я знаю, это... Помните, там была одна комната, где... Где была надпись, табличка такая, «Exit». Там дальше, в общем, надеюсь, что нам... Типа туда. Он здесь. Тихо. Так, он улетел, да? Улетел. Улетел же? Бро! Тихо. Так. Хорошо. Опа. Все. Я в безопасности. А, видали, вот он! Монетка меня защищает. Что это? А, выход! Ребята, выход! Да! Музыка играет, типа, неужели Нептунчик прошел эту дерьмовую карту? Давай. Иди нахер! Не на тебя! Воу! Да! Открыто! О, божечки! Я думал, что никогда это не произойдет! Это что-то, блин, из области фантастики! Но мы прошли! Покатаемся! Покатушечки!
Все, дайте я выдохну. Я убил. Друзья, я убил, наверное, часов 6 или 7, не меньше. Я играю 6 или 7, блин, часов здесь, в этом адовом уровне. Я никогда не испытывал ничего подобного. Вообще, этот уровень даст прикурить любому сложному уровню в том же ФНАФе или в любых других инди-ужастиках. Это настоящая попа-боль, которую мы прошли вместе. Благодаря вашей поддержке, конечно же, друзья. В первую очередь, благодаря вашей поддержке, я смог затащить этот террор in госпиталь. Огромное вам спасибо. Итак, что меня ждет? А, видали, откуда я приехал? Это типа горка, да? Да, да. Мы затащили. Мы затащили. Ты. Да? А, посмотрите надпись. В общем, больше контента будет в скором времени. То есть, я уже предполагал, и я оказался прав, что по мере развития данной игры здесь добавляются новые уровни. Вот там будет один по-любому. Возможно, вот здесь вот какая-то горка, да? Типа американская горка, скорее всего, здесь тоже будет уровень. И вот там будет уровень. Ну а пока мы взяли уже два ключика. Осталось Dark Room. Это вот здесь. Ну что, давайте на этой нотке, я думаю, пора немножечко отдохнуть. Я хочу действительно остудить свой пукан и расслабить свои нервы. Ибо я натерпелся за сегодня. Но для вас, друзья, все уложилось в полчасика. Примерно. Вот такие вот дела, друзья. Поставьте лайк этому видео. Если оно вам понравилось, обязательно вступайте в группу ВКонтакте и зовите друзей на канал. Всем здоровья и позитива. Увидимся в следующей серии. Пока. I'm not going to do that.